Сколько вы зарабатываете со своего большого солярия? Затрат на аренду у него ноль. Полгода оборудование окупилось, следующие полгода вы зарабатываете на второй солярий. Теперь есть солярии нового поколения, которые работают в 1000 раз лучше любого солярия устаревшего типа. Вот этих огромных здоровых кабин. Добрый день! Вы снова на канале Ричи Моретти от компании Геолекс. Недавно встречался с одним владельцем студии загара, и он мне сказал такую вещь. Что же вы раньше нам не рассказывали о том, какие бывают лампы, какой бывает спектр ультрафиолета, какой солярий самый лучший, на каком солярии нужно строить свой бизнес. Все 15 лет вы молчали и не делали таких роликов на YouTube. Рассказываю. Все 15 лет мы звонили в салоны красоты, в студии загара, и наши менеджеры последовательно рассказывали о всех преимуществах ламп для загара премиум категории, о всех преимуществах использования дорогих ламп и о всех преимуществах загара. Мы выпускали косметику, о которой мы рассказывали тоже, о всех ее преимуществах, о том, что это лучшая косметика, но нас не слышали. Всем, оказывается, необходимо было посмотреть видео. Но сейчас мы делаем видео. Но с лампами мы уже прекратили. Заниматься больше мы эти лампы возить не будем, потому что теперь есть солярии нового поколения, которые работают в 1000 раз лучше любого солярия устаревшего типа. Вот этих огромных здоровых кабин. Итак, хочу вам рассказать, сколько вы зарабатываете со своего большого солярия. Мне даже рассказывать ничего не надо. Я одной девушке сказал, вы посчитайте. Она сказала, я ничего считать не буду. Обиделась, рассердилась. Но для тех, кто хочет зарабатывать на загаре, все-таки придется посчитать. Посчитайте, сколько стоит комплект ламп. Раз. Посчитайте, сколько у вас огромный солярий занимает место. Два. Посчитайте, сколько солярий у вас тратит электроэнергии и сколько вы тратите на это денег. Три. У вас получится, что минимальная стоимость сеанса загара в большой кабине прожорливой должна быть минимум 250 рублей. Стоимость сеанса. Сеанс у вас может быть от 7 до 10 минут. В соляриях Ричи Моретти ситуация совершенно другая. Затрат на аренду у него ноль, потому что он требует места 50 квадратных сантиметров. Вы солярий можете расположить рядом с рабочим местом парикмахера. Отдельную комнату делать не надо. Вот еще раз повторяю. Не нужно делать отдельную комнату. Все спрашивают, а как? Ширма. Ширма задвинута, человек загорает. Ширма отодвинута, человек не загорает. Место свободно. Там может работать мастер по стрижке или по ногтям. Как угодно. Обычная ширма. Вы скажете, ну это же не отдельная комната, человек же должен раздеться. В примерочной, в магазине человек раздевается без проблем. Здесь то же самое. Второе. Затраты на электричество 1,6 кВт. В год за электроэнергию на этот солярий вы будете тратить от 3 до 5 тысяч рублей. На большой солярий вы тратите от 30 тысяч в год. Стоимость комплекта ламп на солярии Ричи Моретти 15 тысяч рублей. Стоимость комплекта ламп для большого солярия минимум сейчас уже 60. Срок службы ламп в большом солярии 500 часов. Срок службы ламп в солярии Ричи Моретти
2000 часов. Умножьте, пожалуйста, 60 тысяч на 4, и вы получите такой же срок службы, как в солярии Ричи Моретти. Исходя из этого, вы можете установить стоимость сеанса в солярии Ричи Моретти на 6 минут загара от 100 рублей. За 100 рублей в вашем салоне будет сидеть очередь. Каждый день солярий Ричи Моретти способен пропустить через себя 70 клиентов. Вы скажете: о, это очень много. Я вам говорю о способности профессионального солярия. Он готов пропустить за день 70 клиентов. Сколько у вас будет, не знаю. Если ваш салон находится на первой линии, вы способны получить 20 клиентов на загар ежедневно. Соответственно, уже через полгода вы окупаете новое оборудование полностью при цене 100 рублей сеанс. Первое. Вы конкурентоспособны. У вас самая низкая цена. Это второе. Третье. У вас безусловный результат. 4,5% коэффициент загара дает исключительно высочайший результат при первом же сеансе. Полгода оборудование окупилось, следующие полгода вы зарабатываете на второй солярий и ставите второй солярий, потому что электроэнергии для него нужно всего 1,6 кВт. Вместо одного большого солярия, у которого потребление от 7 до 10 кВт, вы совершенно спокойно ставите 3 солярия Ричи Моретти и получаете студию загара на той же площади, с меньшим потреблением электроэнергии. Если у вас сидела на одном солярии очередь, то на 3 соляриях у вас будет великолепный доход. Спасибо за внимание. Обязательно смотрите все наши видео на канале Ричи Моретти. Мы всегда рассказываем много интересного про ультрафиолет, про солярии и про лампы. До свидания.